motherfucker. Keep it real, never lie to one motherfucker. I hold me down. Chillin' in the got a DeVita, rockin' Adidas with a senorita. And she sippin' liquor by the leader, that's royalty. Like the homie Gambino, he know we be in the casino. Lightin' Cubans with a C-note, I'ma fuck the game. Yeah, this is my libido, coming up shorter than Danny DeVito. Whenever I step on the beat, ho. Like a killer on the crease slope. Have my share of defeat, but we still gon' eat, ho. Всем привет, друзья, с вами Лучший Китай ВКонтакте. Извиняюсь за голос, но у нас просто уже такая холодина, что я очень-очень заболел. Но мне это не мешает снимать обзоры, распаковки и так далее. Всем приятного просмотра, и мы начинаем. У нас вот такая вот посылочка. Очень с ней интересная история. Заказывал я эту посылку в тот момент, когда заказывал и айфоны 6, ну вот она только пришла. Деньги не возвращал, так как продавец адекватный, я ему написал, что почему так долго, он пишет, что посылка задерживается в связи там с какой-то очень большой очередью. Вот, ну и то есть уже подходило там 2 дня, я ему написал, говорю, пожалуйста, продли таймер, потому что я еще не получил ничего. Ну, он мне сказал, да, хорошо, сразу это все сделал и продлил. Ну, на самом деле, это тут написано, что это кейс для телефона. И шла посылка больше 2 месяцев. Стоил чехол, бампер на iPhone 6 $3.99. То есть $4. И сейчас посмотрим, сколько он стоит у этого же продавца на сегодняшний день. Сейчас вам я это скажу. Так, сейчас стоит он, так, зашел, сейчас валюту выберу, а то тут немножко не так стоит, как нужно. Так, стоит он сейчас $3.53, то есть подешевел. У продавца, значит, 477 заказов на этот бампер. Ну и должен быть по качеству неплохой. Ладно, что-то я заговорился. Давайте его вот так вот надрежем. Мой супер крутой нож. Кредитка. Такой, кстати, хлипкий какой-то. Тут был лучшего качества, но не знаю почему. Ну, в общем, что-то я не сильно доволен. Так, все-таки к посылке. Что мы тут видим? Тудун. Больше ничего нет. Так, это отложу. Друзья, так он реально крутой. Что-то мне аж iPhone захотелось опять. Так, тут, я думаю, все открывается как-то же, да? Вот здесь вот. Смотрите, тут китайские иероглифы, видите? Понимаете, не? Я уже понимать начал. Да не, друзья, да он прикольный. Не, четкий чехол. Вот это сделано очень-очень-очень хорошо. Да, крутой бампер, реально. Знаете, тут такие штучки, вот если видно сейчас. Вот, видите, вот тут вот видно вот на свет как раз. Прикольно выглядит, как и снизу так же само. Вот это сделано как под металл, тут какой-то уплотнитель, оно видно даже, вот смотрите. Вот пластик, а вот эта вот вставка еще одна пластиковая. То есть оно как двойное, оно вот такой мощный. Вот именно у меня задняя часть, так смотрите, тут видите, какая штука сделана. Я жарю, тут двойной пластик, получается, тут для яблока вот эта штука. И смотрите, кнопки, тут нету вырезей, а именно кнопка. Вот, нажимаете на нее, и оно нажимается. И также сама громкость. Нет, бампер, конечно, да, крутой, но он мне абсолютно не нужен. Хотя, может, iPhone и закажу себе.
только четырехъядерный уже, конечно. Довольно неплохого качества, именно сделан вообще классно. Я даже не ожидал, я таких еще чехлов даже не видел, честно говоря. Но выглядит он абсолютно на 100%, вообще классно. Ссылка будет в описании. Ну и все, всем пока.